Приветствую вас на канале Авиатехник. В этом ролике мы поговорим с вами об интересной модификации советского тяжелого многоцелевого вертолета Ми-6, которая получила обозначение Ми-6ТЗ. Ми-6ТЗ представлял собой вертолет-топливозаправщик, который предназначался для сухопутных войск и авиации. Данная модификация предусматривалась с самого начала создания вертолета Ми-6. Серийный выпуск Ми-6ТЗ начался лишь в конце 1960-х годов. Первые топливозаправщики получили обозначение Ми-6ТЗ-СВ. Они предназначались для заправки на земле самолетов и вертолетов фронтовой авиации. Важный плюс данной модификации заключался в том, что в топливозаправщик можно было переоборудовать любой серийный вертолет Ми-6. На борту Ми-6ТЗ были установлены два топливных бака общей емкостью 7400 литров, использовались подвесные баки от вертолета Ми-10, насосная станция НС-30, две катушки с раздаточными рукавами и пистолетами и прочее необходимое оборудование. Для перевозки масел и спирта предусматривались специальные бидоны. Интересный факт. В первой половине 1960-х годов военные летчики-испытатели проводили эксперименты по осуществлению дозаправки в воздухе вертолета Ми-4 с помощью Ми-6ТЗ. В дальнейшем на практике такую дозаправку никто не осуществлял. Также существовала еще одна модификация – Ми-6АТЗ. Она была разработана на базе транспортного вертолета Ми-6А в начале 1970-х годов. А на этом все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Обязательно подпишитесь на канал Авиатехник и жмите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых роликов. Также советую подписаться на канал Авиатехник в Telegram и Яндекс.Дзен. Ссылки вы найдете под видео.